Уважаемые инвесторы, 13 января 2024 года на экране инвестиционная пара Litecoin к US-доллару на дневном фрейме. Значит, данный актив я, позицию я на данный момент закрыл. Ну, продал, значит, кто не понимает, что такое закрыть позицию, значит, продал все монеты. Вот, потому что предполагаю коррекцию. Здесь, значит, у нас, вот если посмотреть на 5-минутном фрейме, вот у нас, значит, сформировалась такая вот, сформировались вот такие два паттерна, которые указывают на коррекцию. Поэтому, значит, дальнейшую коррекцию пока можно предположить вот до этого уровня. Дальше нужно будет смотреть. То есть я имею право сказать, что цена сначала пойдет вот так, далее вот приблизительно сюда. Вот, и уже от этого уровня нужно будет смотреть, принимать решение, куда там дальше вообще цена пойдет. Вот, сейчас я посмотрю, сколько это по процентам. Вот так, ну давайте я на 4-часовой переключусь или на часовой. Вот так, на часовой переключусь. Вот, то есть получается, пока идет, пойдет цена в зону 68 евро приблизительно за один лайткоин. Далее, ну, нужно будет, разумеется, смотреть, возможно, цена еще раз захочет, ну, подпрыгнуть, и скорее всего она не пробьет. То есть я предполагаю, что она не сможет пробить сопротивление, и движение будет вот сюда в зону 65 приблизительно. Вот, это такая довольно сильная поддержка. Вот, и возможно, но я так предполагаю, что, ну, пока цена будет двигаться в этом диапазоне. Вот, то есть вообще глобально, в принципе, если там прям посмотреть на год там вперед, шанс на рост, конечно, есть. Вот, то есть, но пока я не вижу, ну, рост цены. Вот, и в принципе, значит, если цена уже пробьет и вот эту поддержку вот здесь, если она еще и пробьет, то уже тоже точно пойдет вниз. Вот, то есть далее можно еще что предполагать. То есть здесь такой глобальный тоже треугольник собирается, это называется бычий нисходящий клин. Возможно, цена может себя и так повести, да, то, что она вот здесь будет двигаться. Вот, возможно, она даже здесь подпрыгнет вверх. Ну, это называется ложный пробой. Она решит набрать пассажиров, соберет стопы, соберет всех в лонг. Вот, далее вернется в любом случае в свой тренд и пойдет опять дальше вниз. То есть, ну, нужно либо такой сценарий, либо такой учитывать. Но в любом случае, пока я не вижу там таких прям супер интересных разворотных моделей на продолжение там тренда вверх. То есть пока вот именно вот так. На этом все. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!